Своевременно заметить человека, которому стало плохо, оказать первую помощь, а затем вызвать скорую или доставить в больницу. Вот основные шаги, которые должен суметь предпринять каждый человек. Ульяновские волонтеры-медики регулярно проводят практические занятия в школах, техникумах и университетах. В этот раз команда добровольцев просвещала учеников второй гимназии. Главный в отряде Никита Хохлов планирует стать врачом. Парень увлечен медициной. Волонтерство в сфере здравоохранения пришел 3 года назад. Все начиналось со школы, то есть со школьного отряда, и потом постепенно я уже перешел на городской уровень, стал волонтерить на городе, то есть на различных массовых мероприятиях. Учил это педагогом, был наставник в школе, как раз из школьного отряда. Там были уже старшие волонтеры, которые давно этим занимаются. Ученики получили основные навыки оказания первой помощи при остановке дыхания и сердцебиения. Узнали о том, как помочь человеку при получении травм, обморожений, ожогов и отравлений. Ребята отработали техники на современных тренажерах. Это жизненный опыт, то есть, не дай бог, в таких ситуациях я смогу оказать первую помощь, буду рядом и буду знать, что делать, буду уверен в себе. Тренинги будут продолжаться. После утренних занятий группа волонтеров отправилась в Мариинскую гимназию и Ульяновский педагогический университет. Виктория Чиркова, Бахтияр Салтанов. Улправда ТВ.